Здравствуйте, а где тут у вас цирк? Девушка, ну что вы? Где же у них? А где у вас тут цирк? А где в вашем городе цирк? В минуты острых жизненных сомнений, как правило, возникает желание совершить резкий поступок, повернуть судьбу в новое русло. В такие моменты красивые и умные женщины чаще всего решают посвятить свою жизнь искусству. Например, цирковому. Почему? В нашем случае, потому что цирк находится ближе всего к вокзалу. У вас есть сержант Малеванный. Очень приятно. Документы какие-то есть? Ждите. Слушайте, младший сержант Малеванный, а вы не подскажете молодой интересной девушке, где вашу... В городе цирк. А что такое? Не бойся, я его грабить не буду. В смысле? Ты понимаешь, разочаровалась в жизни. И решила развеять грусть, тоску, печаль и решила податься в цирк. Как говорится, арена, сцена и манеж. В моей жизни новый рубеж. Да, понимаю. Понимаю. У меня тоже так бывает, на душі так погано. Да. А вот криминогенная обстановка в країні повышается, было так тягне в цирк. Було, прийди сюда. Кстати, вот он. Сейчас хожу вокруг да около. А я за вами хожу. Вы за мной, я за цирком. Да. Ну все, удачного дежурства в игре. Мой новый незнакомый друг. Пошла. И вам не хворать. Да. Все. Нет, все вам. Бай.